Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. Не вы меня избрали. Привет, друзья! Вы смотрите «Опиум для народа» на канале Денис у микрофона. И прежде всего я хочу поздравить всех вас с праздником Крещения Господнего. И пусть Божье благословение всегда будет над вами. Вначале я хочу сделать два важных объявления. Первое, когда я просматриваю статистику, я вижу, что 2/3 просмотров происходит благодаря людям, которые не подписаны на канал. И я искренне не понимаю, почему до сих пор кто-то смотрит и не подписан на канал Денису Микрофона. И прошу вас, подпишитесь прямо сейчас. Кстати, мне тут написали, что в некоторых религиозных организациях буквально объявляют и говорят: «Не смотрите канал Денису Микрофона, там такое». Так что, мне кажется, это лучшая рекомендация. Так что подписываемся, смотрим и рекомендуем. И второе, как вы помните, мы собираем на камеру, на новую камеру для канала Денису Микрофона. Как я уже говорил в прошлый раз, нам надо оплатить 33 тысячи гривен за вот эту вот камеру, которой скоро мы сможем пользоваться. И уже 7900 из этих 33 тысяч благодаря вам мы собрали за последние несколько дней. Но сбор продолжается. Если вы хотите поучаствовать, то ссылочка находится в описании. Сегодня мы продолжаем разговор о раскольниках, о ЦУПЦУ. Мы продолжаем разговор о тех, кто будоражит умы, кто будоражит буквально вот всю страну, ставит ее, переворачивает все с ног на голову, но и в то же время рассказывает, что вот теперь они гонимы. Теперь вот против них какие-то, как они говорят, репрессии. И понятное дело, что в ход идут медиа, в ход идут крупные телеканалы, и в частности один из каналов, принадлежащий Петру Порошенко, который с завидным постоянством выпускает в эфир сюжеты, посвященные проблемам с СУПЦУ и тем судебным процессам, в которые они вовлечены. Кількадесят судових справ Московський патріархат оскаржує перехід релігійних громад до Православної церкви України на Вінниччині. Фігурує у провадженні і керівник управління у справах релігії Вінницької облдержадміністрації. Це той самий Ігор Солецький, який підмахував підписи, який робив все, щоб швидше якісь общини переходили з канонічної церкви в ЦУПЦУ, зачастую, вопреки не тільки закону, але і здравому смислу. І, безусловно, щоб поскорее оформлялись якісь неімущественні права. Із-за цього йдуть множественні судебні тяжби, із-за цього до сих пор йдуть навіть бойові, практично бойові столкновення, іначе я це назвать не могу, то, что происходит в той же Луке Мелешковской и в других селах Винницкой области. И действительно, Винницкая область стала показательной. Наверное, там казалось, что вот будет все легко, пойдет как по маслу, за Семеном Разбойником буквально колонны потянутся, но нет, большинство все-таки осталось в канонической православной церкви и не захотели примкнуть к раскольникам. Но они все же через каких-то активистов, людей на местах пытаются до сих пор вот всячески их будоражить, всячески мешать жить спокойно канонической церкви. Видите, даже дело доходит до судов, в которых и они оказываются второй стороной. Самоуправство. Отже, Солецький підозрюється в вчиненні злочину. Ігоря Солецького Московський патріархат обвинувачує в тому, що чиновник нібито з порушенням реєстрував громади ПЦУ. Замітьте, як бояться вони назвати Українську православну церкву Українською православною церквою. Постоянно іщуть якусь заміну, і тут кажуть, от Московський патріархат. Вот как будто бы это должно вызвать какую-то негативную реакцию тут же у людей. Они пытаются шельмовать, навешивать ярлыки, показывая, что вот они не с нами, мы тут настоящие украинские, а тут нет. Хотя на самом-то деле вот она, настоящая Украинская православная церковь. Его суд відсторонював от посады. Пізніше апелляция таке рішення скасовувала. Утім, Московська церква відступати не збирається. Судові тяганини тривають. Релігійні громади, які подали документи на зміну підлеглості і справи, які знаходяться в судах, чи зможу я бути присутнім на цих судах, оскільки мене залучають як третю особу. Я взагалі удивлен, наскільки незамінимими ці люди собі кажуться, наскільки вони взагалі важні, що от тут він заботиться, думає, ведь він вовлечен в ці судебні процеси як третє лицо. Хоча на самом деле він давним-давно должен був відповісти по закону за все, что он делал, за те незаконные действия, подмахивания подписей и всяческие оформления бумаг, как я уже говорил, вопреки закону и здравому смыслу.
Вінницьким прецедентом називають релігієзнавці судові баталії поміж московським патріархатом та чиновником. Наголошують, через такі позови процес переходу громад до Православної церкви України гальмується. Представляєте, який ужас? Вони ж думали, все, от зараз президент з нами, власть з нами, ми цим ресурсом продавимо все, всіх буквально тут задавимо. І тут же у всіх все відберемо. Но не вийшло, не вийшло, не пішло. І от тепер вони називають це вінницьким прецедентом. Конечно, это самый настоящий прецедент, где вы решили силой забирать церкви, где вы решили силой заводить людей в другую религиозную организацию, уводить их буквально из канонической церкви, но у вас ничего не получается. И вот теперь вы сетуете на то, что процесс перехода из канонической церкви в ЦУПЦУ, он уже очень замедлился. Ясно, что эта ситуация стає певним прецедентом для утримания активных дій с боку інших начальників таких облдержадміністрацій. Бо за недіяння їм, як то кажуть, немає якихось, да, там, покарань або що. А активні дії вже здатні спричинити от спротив якийсь викликати на них, скажімо так, певний вогонь. Ні, не вогонь, а просто їм придётся ответить по закону за то, що вони делали. Потому что вот здесь как раз от них очень много зависит, насколько они будут следовать букве закона. Они захотят вот все-таки подмахивать, пытаясь вот извлечь какую-то политическую или не только политическую выгоду. Потому что, как мы понимаем, там они и подделывают документы, они подделывают права собственности, они подделывают какие-то протоколы. Почему-то община села или община населенного пункта, а не религиозная община принимает решение. И много всего другого. Но здесь видите, как сетуют религиоведы, насколько аккуратно она пытается выбирать выражение, потому что вроде бы тут и прокомментировать надо, но с другой стороны понимают, что за эти слова тоже придется отвечать. Залучені і фінанси, і залякування, і вплив через певних політиків проросійських, які зараз діють активно в Україні. Ці виклики стосуються безпеки української держави, найперше духовної безпеки. Я тут, родне козак. То есть перейти в подчинение Стамбулу, это не касается духовной безопасности украинского государства. Не иметь возможности решать серьезные вопросы без человека из Стамбула, это тоже не касается безопасности, тем более духовной безопасности. Расскажите мне, Украина – светское государство. По Конституции, но о какой духовной безопасности вообще идет речь? И кому, как Епифанию, вообще об этом рассуждать? Но все равно вы видите, вот насколько он лукав, насколько он показывает, но это важно. Да нет, друзья, прошло уже то время, когда Порошенко с Епифанием на пару с Томас Туром кружили по всей стране. Когда они размахивали этим Томасом и показывали всем, чего ж они все-таки достигли и как все дружно должны к ним присоединиться. Времена-то, слава богу, изменились. Держава повинна дбати про те, щоб все відбувалося в правовому полі. І правове поле є. Так вот и давайте все делать в правовом поле. Не в том, которое вам кажется правильным, а в том, которое существует на самом деле. И вот здесь как раз и решать все полюбовно, решать все нормально. Если вы хотите, чтобы ваши общины СУПЦУ существовали, которые выходят из других религиозных организаций, то не занимайтесь рейдерством. Стройте свои храмы, стройте свою деятельность, созидайте, а не крадите. Хотя мы понимаем, что отец ваш – дьявол. Змінити підпорядкування громада може, якщо цього воліють дві третини прихожан. И вот они как бы на этом настаивают, что две трети прихожан, хотя на самом деле туда же привозят каких-то жителей села, активистов, людей, которые максимум два раза в год бывают в церкви, но может быть еще до крещения доходят до проруби. И вот эти люди, которые никогда не жили церковной жизнью, никогда там не участвовали, почему-то начинают решать, кому, куда, как и кому вообще церковное имущество должно принадлежать. Но нет, это должна решать исключительно церковная община. Если кто-то из нее хочет уйти, даже если это две трети, это их право, пусть идут и собираются где-то себе на стороне. Благо, такие прецеденты тоже есть. Частина громады, ця одна третина, та, яка не згодна на перехід, на зміну підлеглості, її права також мають бути захищені, і вона має право створити нову громаду і укласти договір на спільне використання майна. Ну що за глупость? Як вони собі це представляють? А потім вони будуть переосвящати алтарь, кожна община після богослужіння другої, після літургії, і як взагалі це може відбуватися? Ведь здесь все гораздо серйозніше.
Но вот почему-то им кажется, что так может быть. И понятное дело, и в расчете на то, что все это останется за СУП и ЦУ. Но вы же понимаете, что дай им возможность буквально палец туда вставить, они тут же засунут ногу, руку и сами протиснутся в эту щель, что доказывают многие те села, где пытались как-то полюбовно договориться с СУП и ЦУ. Так что нет, надо стоять на своем. Да, надо подавать на них суды. Да, нужно затаскать их буквально по судам Епифания, всех его этих сторожевых псов, чтобы они поняли, что закон работает, им придется отвечать и перед законом, перед людьми и перед Богом. Продолжаем следить вместе за религиозными новостями. Подписывайтесь на канал Денису Микрофона, рубрика «Опиум для народа». И не забудьте про мой телеграм-канал, ссылка на который тоже находится в описании к этому видео.